и выиграл. Вбрасывание шайбы в воротах. Томаш Гиха открывает счет в этой игре. 1-0. Трактор выходит вперед. Вот вам и выигранное вбрасывание в зоне атаки. Седлак выиграл вбрасывание. Гиха бросил и забил. 1-0. Причем, обратите внимание, Седок выиграл вбрасывание у Кимпайнина. Это тоже, надо сказать, событие, потому что Кимпайнин там имел 80% на точке сегодня. Ну вот, видите, там второе или третье за матч проиграно. И шайба в воротах. Томаш Гиха.